Hola, amigos! Сегодня с вами Вакот и Рипер. Правда, Рипер там за кадром, вы его еще услышите. И сейчас мы будем смотреть вторую часть серии. Она была обрезана, потому мы вначале не здороваемся, но я думаю, многие из вас так уже все это поняли. Но в любом случае, что я могу сказать? Приятного просмотра! Ну, ребятки, честно говоря, я уже тупо задрался. Мы уже, не знаю, уже просто нечего делать, я все равно никогошеньки, просто никого... Вообще кто-нибудь пролетал рядом? Не то что трейдеры, вообще никто. Никто. Мы тут уже, не знаю, минут 15 или 20, и все равно никого нет. Это просто маленький ад, я не знаю. Кстати, диагностика таки прошла успешно, и там все нормально. Говорит, я, кстати, еще не видел, я честно, корабль. Табло так, ну... Табло показывает, что все ок, но, честно говоря, ок-то ок. Ок-то ок, а топлива-то нет. А топлива-то нет. А видишь? Ау. Обратная тяга, окей. Система работает в штатном режиме. Ну, это хорошо-то, но... Ну, второй экранчик зелененький тоже хочу, пожалуйста. Ну... Рано нам еще, рано. Блин, и никого нет. Вот самое обидное, что вот... Мы по сути уже все сделали, нам осталось только каким-то образом. Слушай, может попробуем на астероид полететь? И что мы тогда будем? С чего делать эта байда? Ну, из магния. Магний нужен. Просто магний. Магний был в том корабле, который мы оставили. Кстати. Я вроде забрал магний. Подожди. А у нас даже порошок магния, кажется, был. У нас есть сборщик. У нас нету этого. Сборщик-то у нас есть. У нас нету... Рефайнери, если мы можем поставить его здесь, на этой штуке. Где? Ну, покажи. Рефайнери нас интересует? Да. Мы можем вот тут его поставить. Это большой он, лучше маленький поставить. Так, мы на станции построим его, и все. А так на станции он займет больше ресурсов. А куда его тут лепить? Ну, куда-нибудь влепим, типа... Ну, вместо контейнера, как я предлагал, переднего можно. У нас все контейнеры, блин, заняты. Чем? Мы перегружаем тогда, еще раз паузу, ждем, пока перегружаем контейнер себе. Mm-hmm. Да ну я не хочу уже паузу, мне так столько времени потратили. Эта серия самая длинная, наверное, за весь сезон. Хотя по цифрам такая же, ну то есть... Самая нудная за весь сезон. Это для нас, в принципе, я думаю, когда я ее на монтаже, она будет не очень нудная, но... Но сам факт, что... Блин... Обида. Обида залита в груди. Свали, нет. Прекрати. Не хочется. Не плакать, не есть. Где хоть кто-нибудь? Ну, ёлки-палки. Нет, да... А, подожди, можно сделать вот так. Я сейчас быстро подключу прямо в прямом эфире без регистрации и смс. Чё ты сделаешь в прямом эфире? Я открыл... Я понял, как можно без переднего контейнера. Просто открываешь два контейнера слева и справа. Менюшки и перетаскиваешь. А, блин. Я уже закончил почти с первым. Чё-то я тупанул. Да какой ты хочешь контейнер убрать? Я уже передний освободил. Контейнер номер 5 я уже... То есть мы передний убираем, да? Да, задний просто подсоединяешь к этим, к фермам кислорода. Я понял, хорошо, тогда... Все, передний там уже пусто? Свободный. Пусто? Да, вот этот пустой, да? Проверяем. Да. Сейчас, наверное, герметизация пропадет. Нет. А, нет, там, видишь, там вот такая штучка стоит. А, тут, кстати, вентиляция, кажется, да? Да, это вентиляция внутренняя. Да. Надо ставить так, чтобы подсоединялось к этому. Так тут еще, понимаешь, мы должны соединить еще и здесь, и здесь, и там. И там, и здесь, а и тут. А тут большой вообще стык. То есть мы тут не можем через... Разве что через этот маленький. Может, это будет... А там кажется... Ну посмотри, как выглядит. Это будет фантастическая халтура, чувак. Ну, пусть будет. Ну нам же нужно как-то что-то дальше что делать же, по идее. Где там очистительный завод. И... Ага, вот он какой. И... Вот же жабида какая, ты понимаешь? Он еще меньше, чем контейнер был, да? Нет, он не меньше, чем контейнер. Стальная пластина мне нужна, подожди. Мне нужно стальная. Там в ящике лежит. Секундочку. А он меньше, чем контейнер или нет? Посмотри. Не такого же размера. Он на один блок меньше. У меня просто появилась идея, как можно сделать. Смотри, какой он, чувак. У него нет больших подсоединений. Чувак, вообще, он такой махонький, ты даже не представляешь. Сейчас... У него есть большие коннекторы или нет? Подожди.
У меня появилась идея тогда, как сделать. У меня уже есть идея, как сделать. Можно сделать маленькую трубу просто. Вот, смотри. Там, вот такой. Господи. Понял? Слышишь? А тогда давай, знаешь, что сделаем? Давай тогда его сейчас подсоединим. Подсоединим его к реактору. Я его к реактору и к той штуке присоединю. А этот уже подсоединим через... А этот мы прямо маленькой трубой сейчас проведем через коннектор. Сбоку, который вот этот. Ну да, я же об этом и говорю. У него у меня нет... И мы сможем себе расширить коридор. Когда так сделаем. Он будет еще шире чуть-чуть. Тогда мы можем передвинуть сложить. Вообще эту штуку, слышишь? Нам же не передвинь его так, чтобы он был с самого края. И мы тогда потом и медотсек сможем двигать, если расширить эту комнату. Медотсек? Слушай, ну ты, конечно, уже загрузил. Я не знаю, какого размера точно, но он должен поместиться, нет? Медотсек... Подожди. Тут можем даже, походу, присоединить сразу напрямую к контейнеру. Просто мы сейчас сделаем маленькую комнатку, такую можно сделать, из-за того, что место сложно. Это, видимо, какой-то огромный медотсек, я думаю. А есть поменьше? Блин, самое обидное, что я не пойму, где тут штрюдель. Вот так. Вот так должно быть правильно. Штрюдель. Вот как-то. Где так. Твой штрюдель, расскажи. Так, давай теперь запаиваем эту штуку. А, ты прям к этому хочешь сразу? Я понял. Угу. Ложи мне ресурсы. Какие были, такие уже положил, чувак. Компьютер и стальная пластина. И большая труба. Труба большая. И все, что мы сделаем, ты всегда сможешь выдавить. Большая стальная. Самое неинтересное. Или даже ускорить можно. Если совсем уже скучно будет, ребята. Чтобы не было. Ребята, когда им станет скучно, уже будет поздно что менять. Потому что это уже выложил и смонтировал. Так что это все. Все, на мой взгляд, очень субъективно. Так. И ты понимаешь, у нас основа, конечно. Блин! Ты дурак! Я причем? Ой, ты дурак! Я причем? Надо было не с этой стороны рефайн, у нас ассемблер с той стороны получается. А рефайнер... так сейчас принесем. Боже, чем проблема? Ой, да ладно, уже легче будет как-нибудь присоединить трубой это все. Индустриальненько. Сейчас у нас будет самый страшный корабль в мире, потому что будет асимметрично, еще и трубы понаружи будут какие-то покачественные. Так, дай мне баллон. А у меня он есть вообще? Ну, есть. Но он пустой, держи, лови. Быстрее лови! Игра на выживание, успеешь поймать кислородное? Try not to die challenge. Вот так вот мы сейчас тут корпуса немножко уже добавляем. А, блин! Да чтоб ты был жив-здоров! Что такое? Это моя боль. Твоя боль? Так. Ты, походу, сейчас закрыл коннект. Я не знаю, с какой стороны там коннект. Большая труба. Где-то большая труба, шакал не Ванус. Ого. Сложно, да. А у нас ее может даже не быть. Я так скажу. А нет, есть, я взял. Сейчас засуну. Тебе большую стрельную трубу. Все, найди компьютер, да, сучка. Что, засунул себе уже? Да я тебе. Как оно? Положил. Да никак, я ж тебя запихивал. Расскажи лучше. Так. Тут почему я могу положить? Два компьютера взял ты или нет? Да, я уже запаял. Я запаял. Он работает. Гипотетически. Только гипотетически. Так, ну все, давай тогда погнали какой-то астероид. Подожди, а соединить же реактор и прочее конвейер. Сейчас мы это сделаем сначала. Да, тебе это сейчас прям надо? Типа, ну да, важно. Хотя бы реактор это, господи. Догонишь, короче. В смысле, я тебе буду на ходу, что ли, там реактор будет перед стороны, пока ты там летишь? Та-ра-та-та-ра-та-та-та. Конвейерная труба. Маленький конвейер. Он ко мне. Нет, я вижу, что двигаешься. Стой! Запрыгивай, погнали. Теперь эта табличка, которую я тебе писал, оказывается теперь мне. Вот так вот, карма, ёпта.
У нас есть воздух или его нет? Нету. Почему-то. А по причине чего? Что ты... А, это я. Подожди. Так. Значит, где-то дырка осталась. Дырка. Ну ладно уже, все равно. Пока нормально. Пока живем. Ты сел? Да ты лети, лети, я пока не выпадаешь. Конечно, потому что я стою на месте. Не, я знаю, я просто вообще говорю, что не выпадаю. Совпадение, не думаю. О, тут двери повреждены на 50% уже. А, вот дырка, нашел. Нашел, зараза. Где? А вот тут сзади кабина была. Так, это еще, значит, есть. Мне кажется, тут сзади, над кабиной прям, над моим креслом. Нет, там нет. Может, сейчас я закроюсь в трюме, посмотрим, почему. Мне так нравится без инерции летать. В этом есть свой шаг. Я понял, в чем проблема. Нашел дырку? Это мы сейчас оставили же огромную дыру. И там контейнер грузовой, а не геймдизель. Ну, конечно, да. Я вот сейчас тут так быстро летать, потому что мне стало немножко подкидывать корабли. Так, я теперь боюсь, у нас... О, кстати, military транспорт. Но нам military транспорт до жопы, потому что нам нужен трейдинг. Нам нужен торговец. Так, а теперь, что надо найти? Магний, да? Пока будешь сейчас искать магний, а я буду, короче, бегать и как-то ты... Залезли? Да вроде бы. Да, господи, какие-то... Вот, кажется, магний, но это не точно. Да. Блин, это будет прикольно, если действительно будет магний. Так, просунься. Так, дай мне. А, вот так вот моя сторона, вон там. Выходи там. Почему не могу сюда патроны сложить? Мало грузовой контейнер. Иди, слышишь, ты пока снаружи достань контейнер. Ну, что это? Встань все боеприпасы. Чувак, джекпот. Где? Это магний. Господи, какое... А что это такое синее лежит на полу? А, это магний, ты его и пилишь, я понял. Я уже уверен, что кто-нибудь напишет, что мы это все подстроили. Да-да-да, типа, иллюминати подстроено. Ребят, я вам серьезно говорю, это вот чистая правда, это просто везение. Стоп, что это вообще за хрень такая? Чего ты там творишь? Я хочу залезть, что это такое вообще? Это ж контейнер, правильно? Контейнер, наверное. Ну, не господи, могу увидеть экран... слишком маленькие буквы. Да, маленький шрифт, я тоже пытаюсь посмотреть на него. Просто дело в том, что я когда на него нажимаю, с той стороны, я открываю ряд каким-то образом. И что это такое? Где прикольная текстурка у магния. А, вот оно как. Это, оказывается, намного толще, чем я думал. Да, чувак. Нам по-любому нужно делать соединение, либо ассемблер менять местами. Не, сейчас мы все сделаем. Ты включил ассемблер работать? Боже, внутри корабля встань на пол, какие звуки классные. Вот это я люблю, что кино сделали. Послушай, зайди внутрь. И встань на пол. Такой да. Грохот такой. Грохот. Так только взлетаешь, пропадает. Да, такая тишина. Прикольно. Так, ну в любом случае это такая нефиговая... Короче, оказывается, здесь сколько тут места оказывается? Я думал, сразу на стенку уходим, оказывается, целая сеть контейнеров. Так, там нужно ставить улучшалки. Нам нужно улучшалки на время, на эффективность, да? Или продуктивность? Не знаю даже, разбираюсь, это я никогда не... Ну и по-дебильным их назвали. Модуль продуктивности и модуль эффективности. Шансы в 50 на 50. Так, насколько я помню, модуль эффективности, значит, нам нужен модуль продуктивности, потому что не всегда все через жопу. Значит, продуктивность увеличит скорость. Через жопу. Короче, оказывается, тут стенки корабля довольно-таки толстые. Тут еще и не это. И далеко и не мой. Там еще куча конвейеров в стенах, оказывается.
да, сейчас внутрь? Большая труба и что-то еще. У нас уже корабль превращается из красивого корабля в какой-то очень индустриализированный такой кусок боли. Что за надпись там интересная? Я понять не могу. Что-то такое. О, у меня все зависло. Не, все порядок. Это малый реактор? Серьезно? Нет, вот торчит маленький реактор. Это не может быть маленький реактор. Я на него нажми, это малый реактор открывается. Боже, ну ты зануда, ты не мог отпилить? Ну залазь, залазь туда. Я не хотел бы сюда портить внешний вид. А вот спили кусочек один под тобой прям. Где? Вот, сбоку, эта хрень. А вот она. А, вот она. Ты посмотри, такая маленькая, не дает мне... Спили ее здесь сюда. Это бы из тяжелой брони сделан. Что, не лезет? А ты мордой вниз. Ты смотри на него. Иисус, хрен. Улетит же. Херня это, да? О, и что там? Air vent. Air vent? Это вентиляция, чувак. А где она находится, что я там пилю? А, это жопа корабля. О, господи. Тогда запаяет, что ли? Закрой ее металлом. О, а ну зайди в корабль, внутрь. Я знаю, там окошко такое теперь. Должно быть очень мило. Здрасте. День добрый. Здравствуйте, что делаете? Ну все, тогда застраивай, что там... О боже. Сейчас я думаю, чем ее застроить. Что-то оказывается внутри скоса же еще. Ой-ой. Застрял? Ой-ой. Знаешь, как Винни-Пух. Как Винни-Пух, да-да-да. А что ты двигаешь корабль? Я ничего пожалуйста. Не делаю. Ну ладно. У меня это... корабль шевелится. Все, короче, я слезу эту хрень нахрен, потому что она меня бесит. Слушай, сделаем тут вообще отдельную комнату. Это реально сейчас комната будет, я тебе отвечаю. Сейчас с окнами и так далее. Будет? Вообще можно кровать туда поставить или что-то такое. Нет, там медотсек будет стоять. Ну или медотсек. Я сейчас проход делаю 3 на 3, смотри, сейчас надо будет реально жить. Большая стальная труба закончилась. Я как будто вечно стреляю. Я все время проверяю, может быть, хоть когда-нибудь кто-нибудь придет, прилетит, но нет, все летит тот транспорт военный, и все. Но мы на него даже соваться не будем, потому что это... Мы уже сунулись там, какое-то это... говно. И то мы на какое-то говно сунулись, это военный. Да, какой-то цепелин маленький какой-то летал там, по говно. А это военный транспортник, да ну. Трубки, трубки, трубки. Смотри, я такой типа, здравствуйте. А что это мы тут делаем? Дороу. О, смотри, оказывается, тут блок такой это изменял все это время. Так ты можешь вообще тут стенки срезать или там. Оно так не работает. Не, сейчас я сейчас буду делать нормальный человеческий пол. Не курильщика. Так а вот это. А зачем тебе эта переборка, например? Не-не-не-не, подожди, сейчас я хочу посмотреть. Хочу поймешь, я сейчас хочу проверить. Может дверь поставить? Дверь? Ты что, хворенький? Какая еще дверь? Ну в смысле? А вдруг там туалет будет, там надо приватность. Ну вот если это был бы туалет, тогда да. Но у нас, слава богу, туалеты в костюмах. Ну да. Кстати. Это же циркуляция воды, то есть мы как им там пьем. Мы пьем всякие. Ну, типа, да. Мило. Это очень уютно. Романтика космическая. Опять моторы. Закинь пару моторов сюда, у тебя может есть. Где ты? А, нет, у меня еще. Жопа с ручкой. Тебя на другую сторону. Иди там ищи. Все. О, тут, кстати, можно выпить вообще огромную дверь. Можно аж вот так выпилить. На, быстрым это не назовешь, конечно. Еще это все ручками носить. Прямо а что ты хотел? Как я люблю. Это мне не надо. Давайте лучше. Что значит материала недостаточно? Ну давай. Подожди, это один? О нет, чувак, если это один, то нам нужно для одного Arc Fuel нужно 3,3 слитка и 3,3 магния. А я вот за это время, что мы с тобой сейчас делаем, мы произвели 5 магния или что-то такое. Чтоб ты понимал. Я как продавец хот-дога, бля, что покупать не будешь? Знаешь, это машина сбоку, это такая дырка, типа, там. Так что покупать? Да, да, да. Хот-дог, один хот-дог.
Слышишь, наверное, вот там вот закрой корпус, там, тот выход конвейера, он бесполезен. Ну что-то внутри есть свой. Тут еще не внутри, вот. Да? Окей. Да, вот, вот тут я сейчас соединю напрямую к реактору. Я тогда еще поставлю один модуль вот этой штуки. Может, он поможет немножко. Наверное, даже вот такую вот красивую трубу сделаем. Хоп. Надо как-то еще соединить их с другой стороны. Через турель! Точно! Да. Сейчас я тут еще вверх выведу коннектор. Точняк, через ту... Вот тут выводим. О, так сейчас в потолке можно сделать дырочку. Ну, делай, короче, как хочешь. Это уже мне не очень важно. Меня уже не волнует. Мне главное... Ну, корабль уже, в принципе, не... Хотя мне нравится такой стиль. Это ты будешь плакать. Так мы следующее, знаешь, что будем делать? Мы сейчас следующее... Уберем тот контейнер, бери. И там посмотрим что-то еще, он будет шире теперь. А контейнеры нам больше не нужны, мы столько барахла насобираем. Ты что, дурак, что это? Мы один забили на контейнер. Хочешь 4, чтобы было на корабле? Ну, хрен с тобой, ладно. Мы даже с одним не справились еще. Ты хочешь сказать, что мы это... Что мы того? Так, ладно, пока магния немножко побурю. Еще. Боже, он так быстро бурится, это просто невероятно. Аж приятно уже, да? Но это долго, это надо туда-сюда все бегать. Хотя перерабатывает оно еще дольше. А подожди, давай посмотрим. Refinery. Как он называется? А у тебя все пластины в кармане, скажи мне честно. Нет, они с другой стороны просто. Я вижу. Я думал тебя обвинить, блин. Ай, ты меня ударил и... Дай кислородный баллон. Держи. Дай мне. Что? Нет! Лови говно! Лови, она скачет! Лови это дерьмо! Есть, кидай эту, блин. Это тебе не шутки. Я прям представляю, как мы бегаем с открытыми ртами. За ним прям так гонимся, короче. Так, мне тоже нужна железка. Так, эта штука меня бесит, надо запаять ее. Так, мне нужен один мотор. Положи его в эту штуку. Куда тебе мотор положить? Мотор мне. Мне тоже нужен мотор. У нас нет моторов? У нас есть моторы? У нас есть моторы. 80. Я не могу забрать себе, потому что не в этом карте. Я уже забрал мотор. Куда тебе мотор нужен? Я тоже 80 штук себе забрал. Это вот. Я себе забрал 80 штук. Я 80 штук себе тоже забрал. Тебя сейчас запаяю до смерти. Будешь умничать. Так. Да. Собственно, почему я такой забитый? Забитый жизнью покалеченной. Татухами. Вот так вот. И мы сейчас почти соединились воедино. Мне нужен один строительный компонент. Я возьму 300, ну потому что я не люблю мелочиться. Конечно, эффективность выросла почти... Продуктивность выросла 400, но эффективность только на 119. Но это... Нравится, как можно заныривать сюда вот так. То есть скорость переработки у нас выросла. Да, очень сильно выросла, слушай. Класс. Это же хорошо. Бомбезненько вообще. Да. Скоро у нас урана не будет хватать, понял? В смысле, блин? Вот это ты пошутил. Это было бы смешно, если бы не было правды, чувак. Так, смотри, там 800 топ урана. 3 урана на одну штуку, а нам до 1000 еще сколько? Минимум 300 арк-реактора. Этих, арк-фьюл надо делать. Нам реактор, нам урана может не хватить. И придется нам грабить караваны. Мы весь уран с того собрали. Слушай, ты да. Давай соединяй, потому что мне это бесит туда-сюда перетаскивать. Я в процессе, видишь, уже почти сделал. А как ты будешь там ходить, вопрос? Все, идеально буду ходить, сейчас ты все увидишь. Ты потолок. Да, идеального уровня потолок. А, ладно, убедил, красавчик. Я тут все сейчас тебе сделаю по высшему разряду. Респектосик тебе, дружище. Сейчас мы, смотри, сейчас уже, прям сейчас уже все будет. Отсек мы туда не всунем, чувак. А с другой стороны все еще место есть. Тогда сейчас перетаскиваю с контейнера в контейнер.
Сейчас я даже покажу. Мы контейнер сейчас уже 6, соединены, через 3 секунды. Контейнер 12. Это будет такой технический отсек маленький, короче. Сейчас. Большой контейнер 6. И а мы с турелью соединены. Осталось с другой стороны точно такое же сделать. Контейнер 12. О, кстати, тут оказывается был нормальный гриндер. У меня такое чувство, что нам даже хватит этого места. Ничего себе. Магия. Магия не хугается. Так, а теперь вопрос. Это хоть тот контейнер? Контейнер 6. Распиливаю? Не знаю. Можно смотреть. Надеюсь, передний такой. С той же стороны появляешь там левый. Ну да. Смотри. Сейчас мы с тобой встретимся, я за стенкой. А я уже тут наладил систему, и она красиво смотрится, что даже видео делаю. Тут вообще что-то будет бомбезно. О, здрасте, что делаем? Ай, спасибо, не надо так делать. Ты меня запилял вообще-то сейчас. Ну, такое. Ладно, на этом мы будем заканчивать серию, то что я засмотрелся, и серия, походу, получится очень длинной. 40 минут чем-то, так что ладно. Вырежем или ускорим, как мы строим? Или нет. Или да, или ну, да. Посмотрим, все. Короче. Ребятки, надеюсь, вам понравилось. Вы напишите, что вам понравилось в комментариях. Или напишите, что Вакот... И напишите, что Вакот весел. Вакот красавчик. А, это хватит филит. Ёб твою бабушку. Вот, ну и все. Всем удачки, ребята. И адиос! Да, всем пока, ребята.